Книга о вкусной здоровой пище. Или пищи. Ну, смотря что приготовишь. От некоторых блюд прямо пищишь. Так, Саня, будем готовить завтрак. Завтрак это самое важное блюдо дня. Да, понятно, я уже вот тут так, смотреть. Значит, так, возьмите чистую эту тарелку. Да я уже тоже месил тесто. Меси. Тщательно, круговыми движениями. На кончике чайной ложки насыпьте, добавьте соль. Нет у тебя чайной ложки. Ну, а так, насыпьте, только не переборщи. Но не на этой же ложке, это не чистое. Саня, ну ладно, давай, засыпай. Так. Ничего страшного, соль хорошая. Так. Мюслики не повредят, Вот хорошо бы еще, знаешь что, Саня, хорошо бы фрукты, вот тут сказано, мелко измельчить. А с блендера нет. Чем будем мельчить? О, ножом давай, так. Ну ты можешь их так бросить, я в принципе погрызу. Так, смотри, еще что. Саня, в тостики хорошо бы чесночку добавить. Чесночку в тостики. А что? Ну, с утра чеснок капает. Ой, Саня. Все равно никуда не ходим. Че ты? Ну ладно, здоровее будем. Чесночок, значит, давай. Не забудь. Вот как раз доходят тостики. Так, чесночок. Слушай, а ты пробовал когда-нибудь миноги? Миноги? Нет, не отвлекайся, ты их перемешивай. Миноги – это такие морские гады, я прочитала. Миноги, морские гады? Нет, не пробовал, слушай. Вот такие повара, как ты, настоящие гады. Ну что ты делаешь? А что? Ну, ты шамки какие. А, папа, гори! Да, хороший завтрак получился. А что, я люблю перегарочки. А что, там полезные, в них витамин D. Серьезно? Да. Ну, давай. Во-первых, горячо, во-вторых, клюв сломаешь своими придарочками. Ну и что, чем завтракать будем? Слушай, ну дай попробуем, что у нас получилось, давай. Да. Давай я попробую. Не то. Саня, ты сколько ложек соли положил? Чайную. Чайную? Вот. Так, Саня, все понятно. Значит, мусорное ведро знаешь где? Да. Все, да, беги. А у меня на этот случай, у меня есть предложение получше. Йогурт, он всегда с тобой. Неси чайную ложечку. Мне чайную ложечку давай. Да. И дуршлачок себе. Ну, друзья мои, приятного аппетита.